Уже больше месяца идут работы по возведению новой школы в микрорайоне Вишневец. Потребность в ее строительстве была очень большая, ведь там проживает около 56 тысяч человек. Долгожданная школа станет близнецом такого же учебного учреждения в Ольшанке. Занимается ее возведением строительная организация «Гроднопромстрой», которая имеет большой опыт в постройке социально значимых объектов. Сейчас на стройке работают 85 человек, которые трудятся в две смены, чтобы успеть сдать школу вовремя. Строительство началось в октябре. Первые работы землеройные выполнены в первой декаде октября. Сейчас идет монтаж фундаментов параллельно по бассейну, по основной школе, по пищеблоку. Монтируются колонны, диафрагмы, ригеля, то есть идет процесс по монтажу каркаса. Согласно договору, заключенному между ОАО «Гроднопромстроем» и УКСом Респолкома, срок строительства 11 месяцев, и мы должны закончить школу к 1 сентября 2015 года. Школа в микрорайоне Вишневец рассчитана на 33 класса. Там будет расположен спортзал, блок начальных классов. Построят и небольшой спортивный комплекс. Рядом со школой появится футбольный стадион и теннисные корты. Уже сейчас на строительной площадке обозначились столовая и здание бассейна, в котором позже будет лягушатник и взрослые 25-метровые плавательные дорожки. Бассейн – отдельностоящее здание, оно соединено переходом с основной школой. То есть предусмотрена возможность, чтобы дети не выходили на улицу, учитывая, что действительно среда повышенной температуры, дети разогреты. Пищеблок – встроенное помещение. Есть возможность обеспечить горячим питанием всех учащихся школы. В микрорайоне Вишневец уже работают три школы, но они перегружены в среднем на 200%. Новое учреждение образования поможет снять напряженность и обеспечить детей учебой в шаговой доступности. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.